До Нового года осталось 2 недели – 5790 рублей. Во столько в среднем обойдется новогодний стол россиянам, сообщает русская служба новостей. По предварительным подсчетам, стоимость праздничного застолья вырастет на 30% по сравнению с прошлым годом. Традиционно праздничная потребительская корзина состоит из 23 продуктов. Это овощные соленья, красная икра, сырокопченая колбаса, мясные и рыбные копчености, сыр, свежие овощи, сок, сладкая газировка. Горячее россияне предпочитают курицу и говядину. На десерт – торт и шоколадные конфеты. Из алкоголя – коньяк и шампанское. Кроме того, на каждом столе бывает в среднем по 1,5 килограмма мандаринов. По данным Росстата, самый дорогой праздничный продукт – икра лососевых. В конце ноября цена за килограмм составляла 3000 рублей. Соленые копченые деликатесы из рыбы стоили 1300 рублей за килограмм, отечественный коньяк – 1260 рублей за литр. Между тем, по данным опроса одного из маркетинговых агентств, 63% россиян собираются сэкономить и сократить свои расходы на новогодний стол. В целом, на праздники, с учетом подарков и нарядов, граждане планируют потратить от 15 до 17 тысяч рублей.